Драгоценные, поздравляю вас с Рождеством нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Это особенное чудное время, где мы вспоминаем рождение Господа, когда Бог пришел на эту землю. Я хочу прочитать с вами Евангелие от Луки, 2 главу, 13-14 стихи. Там написано: «Внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Это те подарки, которые принес Господь в нашу жизнь вместе с приходом Иисуса Христа на землю. Это особое благоволение Бога к нам, людям, и этот мир, который должен прийти на землю. К сожалению, речь не идет о мире во всем мире и спокойствии на этой земле. Бог больше заинтересован миром в твоем сердце. Он даже говорил в своем слове, что в последнее время, наоборот, умножатся страдания, болезни, катастрофы, войны. И если мы ждем на земле мира, то он будет только после второго возвращения или прихода Иисуса Христа на эту землю. Но то, о чем здесь говорит Писание, это мир в сердцах тех людей, которые нашли свой путь к Иисусу Христу, которые приняли этого младенца, у которых родился Иисус в сердцах. Драгоценный, хочу пожелать сегодня каждому из нас, чтобы в наших сердцах царствовал мир. Мир в твоей семье, мир в отношении всех страхов и вызовов, через которые мы проходим. Мир, когда ты смотришь на вызовы и испытания, которые лежат перед тобой. Возможно, экзамены, возможно, как что-то происходит в твоей личной жизни. Господь говорит, если у тебя есть вызовы, если у тебя есть проблемы, во-первых, начни решать их. Пойди мирись, пойди ищи возможности, сделай в твоей жизни все, что пришел мир. А если есть вещи, которые тебе невозможно изменить и на которые ты не можешь повлиять, принеси это пред Господом. Иисус сказал, если кто-то страдает, если у кого-то проблемы, приди к Нему, и Он даст нам свой мир. Господь всегда хотел успокаивать своих детей на груди своей. Поэтому, драгоценные, если мы это способны сделать, у нас будет царствовать тот мир, который Иисус принес вместе с своим рождением каждому из нас. Поэтому ободряю вас на этих рождественские праздники. Давайте мы успокоимся в Боге. Давайте мы насладимся этим миром. И пусть через это прославится Его имя. Драгоценные, с праздниками, пусть Бог благословит вас.